Итак, ребята, всем привет, с вами снова Настелир. И да, пожалуйста, не пугайтесь, что не показывается аватарка и нет презентации. Просто посмотрите на это. Было сочтено, что презентация содержит оскорбительный контент. Поэтому она не может быть показана. Блин, оскорбительный контент, серьезно? Я там написала, типа, всем привет и спасибо за поддержку. За это что, оскорбительный контент? Серьезно? А еще меня жутко бесит, что аватарка не показывается, короче, потому что, видите, здесь она есть, вот тут есть, а здесь ее нет. Это вообще жесть, как обидно, честно. Если у вас тоже такая фигня, то напишите в комменты, и может, как с этим бороться, потому что я хочу, чтобы у меня была красивая аватарочка, а не этот левый синий чел. Да, пожалуйста, я буду очень рад, если вы мне напишите в комментариях, как от этого избавиться, если вы знаете, конечно же. Ну, и, в общем-то, я себе купила УЗП, и у меня 11 день стажа, это уже просто йо-хо! И да, кстати, опять же, как я говорю, ребят, пожалуйста, услышьте меня сейчас. Если я не выкупаю ваш подарок в Ловоди, который поставлен на меня, это значит, что у меня просто нету времени или нет IQ, или я хочу выкупить видео. Понимаете? Это не то, что мне не понравилось. Пожалуйста, услышьте меня. Просто некоторые люди мне пишут, мне уже достало просто это дико. Типа, почему ты не выкупаешь, тебе что не нравится? И мне просто, знаете, огромное сочинение писать каждому неохота. Так что, пожалуйста, услышьте меня, ребята. Мне нравятся абсолютно все ваши подарки. Будь то нечистокровный какой-нибудь там пони мерины, бесполезный абсолютно в разведении. Неважно! Мне абсолютно одинаково нравятся все ваши подарки. И если я их не выкупаю, у меня просто реально нету возможности. И знаете что? У меня в ЗП реально жесть сейчас творится. Просто посмотрите, сколько там, блин, коней. Вот это все, блин. Спасибо вам огромное. Тут очень много красных лошадок. Тут есть вот пятый элемент, два. Тут тяжко, кстати, одну уже убрали. Ладно. Вот. Есть разные лошадки, которые даже мои раньше были. Где это было, короче? Ща-ща. Где? Вот, видите, даже под моим афом, вот моя лошадочка, вот еще заводчик интеллект, спасибо вам огромное, там еще ложка без рожка, это тоже мой. В общем-то, блин, спасибо вам, ребятки, огромное, я даже не знаю, просто это видео такое, знаете, типа новости, просто дело в том, что я уже сдала все экзамены, я свободный человек, господи, это так чудесно, когда сдала все экзамены, но я еще не знаю результатов. Так что, просто написала, я такая, фух, ладушки. А дело в том, что сейчас я собираюсь уехать с семьей за город, и там пока интернета не будет, то есть понимаете, что я некоторое время видосы снимать не смогу. Но 20-го нам будут выдавать аттестаты, ну, около, вот. И если там все нормально, то мне подключат интернет на все лето. Ребята, понимаете, все лето. Я буду все лето пилить видосы. И скорее всего так и будет. Вот. Так что, насколько вы понимаете, когда я вот поеду за город там с семьей, то есть это будет где-то 2 недели, то есть до 20 числа видео вообще не будет. Нет, может что-то будет, конечно, но я очень сомневаюсь, потому что ноутбук я брать не, с собой не буду туда. Там вообще интернета нет, там жесть. Я, возможно, даже не буду активно ни в Ловоди, ни ВКонтакте, ни на Ютубе. То есть вообще полный, так сказать, даже не знаю, мертвяк. То есть я вообще нигде не буду проявляться, скорее всего. До 20 числа, может быть, позже. И поэтому, ребятки, я хочу попросить вас, когда я вот начну снимать видео снова, то есть через некоторое время, я хочу запустить, опять же, крутой конкурс, очень крутой, с очень крутыми призами, хотя, знаете, с моими 11 дней стажами это странно звучит, но все равно, то есть приз будет IQ, будет много IQ. Вот, у меня его сейчас нет, но поверьте мне, у меня это все есть. Так что, чтобы вам не было, так сказать, обидно, что я, типа, долго ничего не буду делать, вы будете знать, что как только я приду, будет офигенный конкурс на большое количество денежек. Я сниму вопрос-ответ, так что ваши вопросы вы можете писать в комментариях к этому видео, если вам что-то интересно. На самое интересное я отвечу, вот, и не пишите, пожалуйста, вопросы, типа, какая была твоя первая лошадь в Ловоди? Я же отвечала 5000 раз, но если вам, конечно, очень интересно, вы знаете, можете спросить, но постарайтесь, пожалуйста, позвать каких-нибудь интересненьких вопросиков, чтобы мне было интересно на них отвечать, чтобы вам было интересно услышать на них ответ. Вот, можете писать вопросы в комментарии. Еще я оставлю ссылку на свою официальную группу ВКонтакте, на постик, где тоже можно задавать вопросы. Мне кажется, все есть ВКонтакте.
Блин. Ну, кому где удобнее. Я буду брать вопросы, наверное, и оттуда, так что смотрите, что вам удобнее. Вот. Вроде все. Так что как только я закончу, вот у меня появится интернетик, я просто не знаю, молю Богу, чтобы это было. Вот. Так что у меня была просто типа договоренность такая с правительством. То есть, ну, я своих родителей называю правительство, потому что они решают иногда мою судьбу. Ладно, вот. Договоренность, что если все будет нормас, если я перейду в хорошей школе в 10 класс с нормальными оценками, с хорошим институтом, то у меня будет интернет все лето. Если же нет, то нет. Ну, скорее всего, будет. Так что, ребятки, дождитесь меня, пожалуйста. Переходите по ссылке в описании, задавайте мне вопросики. Мне будет очень-очень интересно смотреть. Ну, и я хочу снять вопрос-ответ, потому что у меня уже 1500 подписчиков. И их спасибо вам огромное. Честно говоря, их они очень быстро набрались. То есть я вот прям помню, когда у меня 1000 было, сейчас 1500. О, ребят, спасибо, мне так приятно. И вот этот конкурс на большое количество людей будет как раз посвящен вот этому вот конкурсу типа на 1,5К. Вот, так что он, конечно, будет через некоторое время, но все равно, блин, ребят, это так классно, я себя вообще чувствую такой лакшорной мадам, не знаю. Вот, так что в этом видео были просто новости, я вам что-то рассказала. И знаете, ребятки, мне кажется, я пока не буду выкупать подарочки, ну, из ЗП все. А может, и выкуплю. Просто посмотрите, у меня 6000, у меня тупо не хватит. А продавать ваши подарки я не хочу, потому что, ну, блин, это так нельзя, так не делаются. И знаете что, мне кажется, меня могут забанить, потому что у меня 11 дней стажа, 144 лошади и 105 друзей. Блин, ну, мне кажется, ни одного нормального игрока, у которого было там 11 дней стажа, не будет 144 лошади. А ну, вместо 8000 в рейтинге 105 друзей и 254 поздравления. Так что, блин, ребят, спасибо вам огромное. И, пожалуйста, да, напишите в комменты, если вы знаете, что за хрень, почему тут ничего нет. Ну, типа, силуэт только MC не стрёмный. А тут и есть, потому что я когда заходила на другие, другим игрокам, то есть вот у них тоже, видите, например, вот... ну, тут ладно, где-то есть, а где-то нет. И меня это просто дико бесит, что вот тоже, блин, это очень обидно. Потому что мне хочется, чтобы все было красивенько. А в презентации я вообще не знаю, что за тема. Я ничего туда и плохого не писала, никого не оскорбляла вообще. Что за дела? Вот, я себе, кстати, купила УЗП. Вот, и спасибо большое Ане, которую, кстати, я уже говорила, много раз очень обидно. Сломали, короче, Ане. Это реально очень-очень-очень обидно. И ссылочка на ее новый аккаунт, если вы не знали, это OilPosh или как-то так, будет в описании, так что... Хоть я пока не могу тебе ничего подарить, я просто, ну блин, ну ты понимаешь, у меня тут основные лошади это подарки от подписчиков. Господи, как их много, ребята, я как вас люблю вообще, вы даже не представляете. А, да. Господи, я самый счастливый человек на свете. Да. Вот, и в ЗП реально жесть. Ну реально жесть. Вы посмотрите, блин. И, кстати, очень приятно, что здесь есть лошадки Сахарное облачко. Вот это лошадь. Айс Лентик Чоколад. Вот это как бы аффикс мой. Это аффикс моей команды. Владелец интеллект. Опача, вот и все. То есть, это очень обидно, конечно. То есть, все лошади... Кстати, у кого она? А, это у Светлого. Интересно, у кого моя Миледи? Луч солнца. А, ее продали, наверное. Давайте посмотрим ее историю. Да, интеллект начал продавать единорогов по 30 тысяч IQ. Гениально. Спасибо тебе большое. Взломщик. Ладно, иди нафиг. Я не хочу тебе говорить в своем видео, потому что недостоин ты этого. Да, и вообще я уже об этом забыла. Ребята, вы мне дарите надежду на лучшую жизнь. И спасибо вам огромное. Это настолько для меня важно. Да, тут вы так милых подписываете. Блин, я реально не могу. У меня просто нет слов. Я прям таю! Я Снегурочка, я таю. Ладно, неважно, ребятки, мне реально просто не хватит IQ все это выкупить. Ладно, буду как-то выпутываться. И, кстати, да, очень многие предлагают мне IQ. Блин, спасибо, ребята, огромное. Просто это действительно очень круто. И очень приятно, что вам хочется как-то мне помочь. Это очень мило. И да, на этом было все. Задавайте мне вопросы в комментариях под этим видео. И переходите по ссылке в описании, задавайте мне также вопросы под постиком в группе ВКонтакте. С вами был Настя Лир. Скоро с вами встретимся. Всем удачи, всех люблю, всем пока.